Итак, привет все, дорогие зрители, дорогие слушатели, все те, кто меня смотрят. Я открыл свой блог, посвященный, как снять видеоклип, с чего начинать, с самого нуля. Как это все будет происходить? Я Евгений Павлюченко, псевдоним мой Джон. Я расскажу вам все тонкости, все хитрости, как настраивать, с чего начинать, как расстанавливать свет, правильная расстановка, какие софтбоксы, какой гринскрин, какая аппаратура, какие фотоаппараты, стадикамы, рули, какие объективы вам нужны, какие прошивки нужны к данным моделям, как я свожу звук, как я делаю клип, как я делаю кино, как я озвучиваю кино. Все это я вам буду показывать в своих блогах. Я не являюсь дистрибьютором, не являюсь рекламным агентом. Я человек, который делится своим опытом для вас. Запомните, для вас, не для себя. Это не рекламный ход, это не пиар-акция, это не маркетинговый ход. Я говорю так, как оно есть. Я не зарабатываю на этом ни копейки. Я утверждаю вас, ничего не зарабатываю. Это все бесплатно. Остальные блогеры, я вижу, что есть какие-то деньги, имеют финансовые средства от этого, продажи уроков, видеоуроков, как раскручивать YouTube, подключение монетизации, подключение к партнерствам. Я этого вам ничего не говорю, так как я поставлены мои цели, поставлены на вас, обучить вас тому, чего достиг я. Смотрите, что у меня есть. У меня есть два моих фотоаппарата. Это Canon 650, Canon 600D, объективы. Я вам буду все рассказывать поэтапно. Также имеется студия. Это моя домашняя студия, на которой я снимаю музыкальные клипы. Это green screen 3x5, зеленый экран. Видите, как он? У меня свет, три софтбокса есть. Маленький и один большой, который стоит под углом 45 градусов. У меня также есть студийный микрофон, на котором пишутся. Ребята ко мне приходят, люди, которые снимают, хотят сняться видео, как-то себя реализовать в жизни. Также вы видите монитор. Внешний монитор для камеры GoPro Hero 2. Это очень хорошая камера. Я думаю, мы будем рассматривать полностью эту камеру. Как снимается на нее видеоклипы музыкальные. Как она используется в спортивных видеосъемках. Это очень интересный продукт. Также еще, ну, это ДУ. К ней аккумуляторы фотоаппаратом, которые я вам говорил, вам очень нужны должны будут. Это все объективы. Я вам все буду рассказывать. Это Uflycam, Steadicam, тот же Steadicam. Вот фотоаппараты, которые я использую. Это Canon 650 EOS D с объективом Jupiter 37A, вы видите, с блендой. Это Canon 600D EOS, вы видите тоже. На нем гелиос мануальный объектив 44 М4. Также идет с резиновой сборной блендой. Вы видите, у меня есть руль, которым пользуюсь для съемок. Я вам все более подробно буду рассказывать. Viewfinder, наглазник, который нужен к вашей данной зеркалке, к вашему фотоаппарату. Без него никак на солнце не снять, поверьте мне. У меня есть студийный микрофон. Как работать со студийным микрофоном, как его подключать. Покажу вам свою звукозапись. Покажу звукозаписывающую маленькую студию, которая у меня. У меня не шик студия, у меня все находится вот здесь, в этих пределах. Запись сейчас ведется на камеру GoPro Hero 2. В дальнейшем вы все узнаете. Новенькое, подписывайтесь на мой канал. Всегда с вами Евгений Павлюченко, Джон.